Наш пресс-центр продолжает свою работу на выставке ProDexpo 2022. Здравствуйте, давайте знакомиться. Здравствуйте, меня зовут Виталий Юрьевич, я генеральный директор компании Venera Group, официального импортера продукции Seven Stick на территории России. Мы с вами уже общались и мы с вами знакомились, но вдруг кто-то не посмотрит наш предыдущий ролик. Но самое главное, теперь вы нам принесли замечательный, яркий, интересный продукт. Давайте чуть подробнее. Вы знаете, это новинка, это, соответственно, премьера на российском рынке. Этого еще не было. Я представляю компанию Seven Stick, мирового производителя жевательной резинки. Расскажите, это мировой лидер. В каких регионах он представлен уже? Вы знаете, в настоящее время он представлен в Европе, в Америке, Ближний Восток, Азия, Африка. И сейчас мы заходим на российский рынок. Это по-настоящему качественный продукт, широкая линейка. И у этого продукта есть ряд очень серьезных преимуществ. Если мы говорим о качестве продукта, то это высокое качество, и продукт не содержит сахара, не содержит аспартама. Соответственно, этот продукт можно применять, и дети могут его кушать абсолютно безопасно. И в этом действительно большое преимущество этого продукта перед другими. Здорово. Подскажите, сколько вкусов уже есть в линейке? В настоящее время порядка 15 вкусов, и мы постоянно производим расширения, добавляем вкусы в зависимости от потребности рынка и в зависимости от мнения нашего покупателя. Замечательно, пожелаем вам удачи и надеюсь, что наша выставка подарит вам возможность донести до ритейлеров, что товар качественный, яркий, а самое главное, будет пользоваться спросом. Может, еще пару слов, что вы хотели сказать потенциальным клиентам? Я бы хотел сказать потенциальным клиентам, что наш продукт очень качественный, он завоевал уже известность на мировых рынках, и будем рады предложить этот продукт как дистрибьюторам, так и торговым сетям. Будем рады сотрудничеству.